Владимир Ильич Ленин. В день празднования 87-й годовщины со дня его рождения опубликовано постановление о присуждении премии имени Ленина. Среди лауреатов Ленинской премии выдающиеся мастера литературы и искусства. Крупнейший советский скульптор Сергей Тимофеевич Каненков. В своих вдохновенных творениях он воссоздает душевный мир человека, его красоту и мощь. Маяковский, Горький, Шаляпин, Павлов, греческий народный герой Белоянис, автопортрет, за который скульптору присуждена Ленинская премия. Работая над ним, художник думал не только о портретном сходстве. Он прежде всего хотел выразить свою устремленность в будущее, свое отношение к труду и искусству. Поздравив скульптора с присуждением Ленинской премии, мы попросили его сказать несколько слов перед микрофоном. Как радостно мне сознавать, что высокая премия, которой я удостоен, носит имя великого Ленина. Владимир Ильич Ленин уделял искусству огромное внимание. Он видел в нем духовную жизнь народа. Сейчас я думаю над тем, как лучше воплотить в скульптуре бессмертный и родной образ Ленина.